Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Драконы в Всадники Улха. Второй день, забираю рыбу. Хотелось бы мне посмотреть, у нас есть сегодня какие-нибудь события или нет. Сразу переходим и смотрим. Ребята, угроза драконий корень рост доступна. И, кстати, очень мало времени осталось, всего лишь один день, 11 часов. Значит, оно должно быть коротким. Надеюсь на это, конечно. Так, ну а сначала, конечно же, не понял, почему это беззубик у меня здесь стоит без дела. Так, ракушку какую-то получили. Нет, так дело не пойдет, беззубик. Надо нам отрабатывать. Поехали. Попробуем здесь повоевать, подраться. Так, подожди, это не то. Поехали. Чё? Блин. У нас древесины не хватает. Ладно, с этим делом мы сейчас разберемся. С этой древесиной. У нас тут, слава богу, есть... Кому древесину добывать? Так, рыбу нам принес. Здесь вот так вот сделаем. Водорез почему-то тоже не заработает, интересно. Сидит там, халтурой занимается какой-то. Так, вперед за рыбой. 100 железа, это шикарно. 100 железа он мне принес. За древесиной. За древесиной. И за древесиной. Пускай добывают. Буйволорд принес мне рыбы чуть-чуть. Так, зеленая, точнее, как там, зеленая смерть. Сейчас мы с тобой там тоже потолкуем. Ну что, Ворчун, что ты мне принесешь? Блин, 3 железа. Тут, насколько я помню, 80 железа стоит. Но в результате нам... Сколько? 3. Всего лишь 3, это он только окупил свое путешествие, можно так сказать. Модификрылочка. Лети. Давай-ка мы откроем, наверное, сразу паки, чтобы не забыть. Тем более монетки Один у нас закончились, нам нужно восполнять их количество. Сколько там дали? 20 железа сейчас? Монеточки. Крылатый ужас, шторморез, громобой защитник. Ну и ресурсы. Кто-то там у нас еще лаврык. Нет, лаврык. Я тебе отпускаю на волю. Ну, ты нам не нужен. Ты в лучшие времена мне не нужен был, если честно. А сейчас и подавно. Листочек плюс тусклый янтарь мне принес. Отправляем его. Так, теперь тут корма и опять же тусклый янтарь. Ну что, теперь-то мне хватит сделать нападение. Начать. Поехали, посмотрим. Да, теперь все хватает. К бою. Ну вот, не знаю, сейчас справимся мы или нет. Вот здесь у нас основной флот идет. Поэтому будем нападать, наверное, отсюда, с самого края. Вот эта штука бомбит, да? Блин, они очень такой солидный урон наносят, если честно, ребят. Давай, 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 заплевывайте, заплевывайте. Ну что вы там разделились-то, ё-моё, ну... Вы можете все встать вот сюда и забомбить вот это вот, а? Плюйте. Все, молодцы. Ключ потеряли один. Да бог с ним, с этим ключом.
Так, а у меня что? У меня беззубика подбили, да, получается? Таким темпом можно еще одного ключа лишиться. Давай, 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 родные мои, бомбим. Есть. Затопили мы кораблик. В общем, защита Улха прошла, ну, более чем нормально, ребята. Потеряли, конечно, ключ. Ну, я, если честно, я даже не знаю, как тут нужно бомбить, чтобы не потерять ключа. Тут за 3 секунды нужно уничтожить при первой катке. Не знаю. Так, шестеренки и древесина. Забираем. Так, ну что, Беззубик, а теперь я тебя отправляю. Кстати, мы же топорики все нашли. Все. Откроем здесь пак. Значит, нам теперь придется что-то другое искать. Шторморез, кревет. Что-то другое искать. Тусклый янтарь. Точнее, блестящий. Давай-ка посмотрим. Для того, чтобы... Блин, не туда зашел. Для того, чтобы нам его найти, нам еще понадобится... Так, видишь, да? Это у нас есть. Топорики мы насобирали. Получается, вот эти вот гарпуны теперь нам нужны. Остров огнеедов. Будем собирать теперь гарпуны. Все вроде бы как при работе. Все отлично. Давай забирай здесь ежедневки. Так, и события. 200, аж ничего себе. 3 награды. Замечательно. 250 сверкалок. Еще 500. И пак загадочный. Шторморез, громель, древоруб. И опять ловарик, что ли, там? Нет, громоножка. Ну, конечно же, куда же без громоножки-то? Вот так вот. Ну что, вроде бы... Вроде бы как и все, да? Обучить. Обучить мы уже не можем, потому что у нас 12, ребята, уровень. Ну, 112 уровень как раз тот, что нам нужен. Значит, ищем следующего. 630 у нас нету, да? Столько древесины пока. Отправить я его не могу. А, с этими же еще не разобрались. Точно, про них-то как забыли-то. Ну, тут либо шестеренка, либо тусклый янтарь, скорее всего, нам выпадет. Две шестереночки. Ну что, сарделька, лети тогда опять в приключения. Барсик, ты что нам принесешь? 8 рун. Пускай летит в разведку бесплатно. Кривоклык. Яйцо решил нам выдать. Плаванье. И Грамгильда. Пускай делает ремонт. Пускай делает ремонт. Подожди-ка, а у нас кто-то же, по-моему, должен был прокачиваться. Я вот помню, что кто-то хотел прокачиваться. Да, кто-то хотел, но кто, не помню. Ладно, отправим тогда еще на обучение некоторых из наших ребятулек. Где у нас там этот островок? Ну, ты-то в конце концов будешь у нас становиться титаном? Нет, не будет он становиться титаном. П.
понемножку там прибавляется. Так, лети, тренируйся. Тоже лети. На всех, что ли, хватило, да? Получается так. А вот на бремя гнильца не хватило. Нам надо было бы, конечно, его лучше прокачивать. И он будет, кстати, собирать уже железо с 85 уровня. Ну все, вроде бы здесь разобрались. Так, а теперь идем на события. Да, событие у нас коротенькое. И у нас неплохой пак. Пак плеваки будет в конце, плюс 100 рун. То есть отличный, отличный заход. Размещение охотников, подготовка. Давай. Ну что, начнем с этого мелкого хламона. Он как раз, ребята, у нас шустрый. А мы шустрых любим уничтожать. Потому что у нас классовое преимущество перед ним. Он даже попасть не может. Волны здесь две. Так, а тут хитрые против хитрых. Давай, наверное, вот так сделаю. Пыхтит. Не, ребят, вам тут не рады. И смотри, прямо во время битвы куда-то исчезла музыка. Точнее, не музыка, а вот эти вот движения. Озвучка движения выстрелов, вот этого всего, короче. Ну что, добиваем? Легче легкого. Ну а вот и колесо наше любимое. Так, дают рыбы по минималочке. Ну ничего страшного, зато забираем пак новичков. Мне нравятся вот эти вот короткие события тем, что практически награда после каждого поединка идет. Шторморез, громель, громобой и все. Дальше идет загадочный пак, потом 100 рун. В общем, отлично. Тут уже и музыка исчезла, да? Только лишь звуки салютов остались. Почему такие проблемы вот с озвучкой, я никак не понимаю. Ладно, этого ханорика мы забомбили. Причем так легко. Угу. Ну, естественно, начинаем с этих. Мне не нравится, конечно, что здесь вот пониженная, мало того, что атака, так это еще и бомбит не кисло по нему, по нашему кривоклыку. А знаешь почему? Потому что у него превосходство стоит. Шустрые имеют превосходство перед нашими этими дамагерами. Так, начинает игра немножко подфризивать. Это первый звоночек того, что может вылететь. Смотри, уже вообще все звуки пропали здесь. Да, ребят, надо будет перезайти мне. Фризы офигенные идут. Так, не надо здесь, пожалуйста, усиляться. Добьешь? Молодец. Крутанем колесо. Так, выпала нам рыба. Опять же, в малом количестве. И забираем загадочный пак. На почту. И продолжаем проходить события. Вперед. После этого поединка 100 рун упадет к нам на карман. Опа! Понятное дело, начнем вот с этого. Манал я его эти фаерболы и тому подобное. Блин, а он страж. Ёпарасоте. А он страж у нас. Может подзабить на него, а? И вот этого бомбануть все-таки. Блин, он специально ему дает возможность накопить на суперудар. Сейчас будет беда. А, нет, протратился, отлично. Ману слил. Ну что, дает нам небольшое преимущество тогда получается. Поехали. А вот сейчас-то он зажарит. Массовую атаку сделал, а?
Чепушила. На тебе. Давай следующего мне. Опять ты здесь? Ну это уже борзость называется. В двух отрядах он находится. Хорошо, что этот слил энергию. Так, распишем этого. Блин, горелый, ладно, уничтожаем. Ну что, змеевик, что ты там будешь? Плюется все-таки, да? И опять он массовый такой. На трех, три энергии ему достаточно, чтобы выплюнуть огонь. Это же сородич этого прихвостня, да? Из одной, как говорится, каши сделаны. 112 лямов древесины. Ну, древесины нам дофига надо, на самом-то деле. А эти 100 рун в карман. Хорошо упали. Так, итого у нас 3800, почти 4000. А нам нужно, друзья, 9000, напомню. Ну, меня еще порадовали в комментариях. Сказали: Рэй, для того, чтобы открыть следующего дракона, тебе понадобится 15000 рун. Я так обрадовался этому. Прям нет слов. Ладно. Потихоньку, полигоньку, все равно когда-нибудь я открою всех драконов. Все, что есть в этой игре, все будет. Ну-ка. Добьем. Этот будет второй клиент у нас. Если, конечно, сейчас что-нибудь не мочканет. Ускорение плюс усиленная атака. Неплохо, я тебе скажу, бафнулся он. Но это ему не помогло. А вот сейчас змеевик что-то будет делать противное. Удар хвостом. Ай-яй-яй. Хорошо вжарил, парнишка. Хорошо вжарил. Так, это у нас... А, это только первая волна. Ё-моё. Может, хильнуться лучше. Угу. Так, там и древоруб еще. Естественно, с шепота надо начинать. Я манал, вот три энергии, да еще и... Ать! Вот это как называется? Это вот это вот как называется? Кривоклык. Ну, почему-то его не добил. Ну, ё-моё, ну что это? Да, древоруб, конечно, трындец, жарит огнем своим, огнеплюй несчастный. Был бы у меня 17 уровня, я бы его, наверное, тоже брал бы в свой отряд. На тебе. Сейчас опять пламенем, да? Не попал он сюда. Ну, в любом случае, мукрышка. Все, ребят, запинали. На колесе нам выпадает необычный пак. Приятно. Ну что, поединок с боссом. Это последняя у нас битва в этом испытании, в этом событии. Сколько волн? Две волны. Окей. С шепота начну. С шепота начну. Так, ты ходишь. Барсику уже, ребята, наваляли. Не кисло, я тебе скажу. Сейчас будет суперудар. Он не стал делать. А потом ходит чей? Ну, блин, я, наверное, так сделаю. Я правильно его захилял, потому что, видишь, этот бомбанул в ответку. Он бы не выжил бы у меня. Надо барсик лечить. Барсик уничтожай. Нормально. А этот сейчас бомбанет сюда, скорее всего. Ты смотри, что творит. Хильнулся он, да, типа? Я, наверное, просто добью его.
Вот так вот, потому что там босс будет. Здравствуйте, приехали. Молодцы. Промахнулись абсолютно все. Так. Дагура вначале уничтожим. Ё-моё. Хорошо, что он выкинул всю энергию, а этот промахивается. Этот у нас только промахивается. Пойдем бомбить тогда этого маленького-миленького зеленого Громли. Ну, чего ты там пыхтишь? Да ладно, блин, и не добил еще. Ну что, змеевик, по-моему, ты допрыгался, все, тебе здесь уже ничего не поможет. Чего бы ты тут ни делал. Ну, а мы завершаем с прохождением этого события. Да, рыба. Рыба выпадает, но очень мало. Все, забираем пак. Пак плеваки. Я надеюсь, он меня порадует. Хотя бы рунами. Хотя бы рунами. Сезоночку закончили. Так, смотрим. Вначале загадочный откроем. Шторморез, так, пристиголов, древоруб. Все понятно. Следующий. Необычный пак. А, рыба, древесина, рыба, древесина и острокоготь. Острокогти сразу отправляем. И последний, это у нас набор плеваки. Рыба, дерево, рыба, янтарь, сокровище Фафнера. Ну, давай поставим его туда, пускай... Нет, надо на видное место, чтобы... Вот сюда. Все, ребят. Набор Фафнера. Так, этого я отправляю за железом. Пускай летит. И это... А, этот за рыбу работает. Подожди, а кто же у нас? Кревета. Так он тоже рыбу требует. Блин, ветрокрыло вот надо прокачать. Ну-ка, вернись, ветрокрыл. 54 на обучение нужно. 54 железа. Ладно, лети. Чего не хватает-то? А, древесины. Тогда я тебя не смогу никуда отправить. Ну что? Давай тогда я, наверное, еще набьем паки для открытия, потому что у нас тут один пак остался. Забьем, как говорится, да, и со спокойной душой можно будет заканчивать сегодня серию. Так, два Громоля плюс ветрокрыл. Поехали. Так, да? Ну, давай, наверное, кусанем. Так сделаем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я не знаю, что тут делать-то лучше. Хиляться? Все-таки я попробую ветрокрыло в первую очередь ушатать. Если, конечно, получится. Судя по тенденции, которая нас тут ожидает, так, по-моему, штормореза сейчас у меня уничтожит. Следующий фаербол, который полетит, наверное, от него, он будет смертельным.
Надо же, выжили. Замечательно. Так, у нас следующий поединок. Музыка вся исчезла, как всегда. Громорок тут лезет. Так, Кривоклык, потом Шторморез. Зашибись. Барсик с пониженной у нас защитой. Е, хорошо кританул. Молодец, красавчик, Шторморез. Отлично у тебя получилось. Ну что-то там кривляет. Ё-моё, Барсик. Пока, пока, Барсик. Жаль, очень жаль. Не дожил буквально чуть-чуть, да? До отхилки. Одного хода. Этот подхалим бьет всегда, где пониженная броня, я смотрю. Офигеть. Он еще и усилил себе атаку. Не, парень, давай завязывай с этим делом. Сейчас мы тебя тут расчехлим. Ведь расчехлим же, да? Вот так вот под слепотой мы его сейчас будем колбасить. Я не спорю, что он будет сейчас применять свои эти фаерболы, но он не успеет отойти от слепоты. До свидания, родной. Так, ну что нас здесь поджидает? Вот такая вот команда. Барсик тут что-то еще выпендривается. Мне бы на самом деле бы хил бы. Очень был бы кстати. Сейчас Барсик будет бомбить. Промахнулся. Ну ты куда? Понятно. Сам своего же бьет. Ладно, сделаем вот так. Понижение защиты и, наверное... Так, сейчас посмотрим. Барсик, ты сможешь его пробить? Нет. Ну, вот сейчас тебя и уничтожат, наверное. Да. Нисколечко не удивлен. Ну, с этим уже все, ребят. С вражеским Барсиком мы разберемся на изи. Я уже подумываю о том, что... А не пора ли нам Барсика в своей команде поменять на что-нибудь более такое мощное? Надо как-то прицениться и посмотреть. Все, ребят. Так, ребят, ну что, у нас получается выпал редкий пак и один обычный. Ну и, конечно же, открываем пак вождя. Шторморез, Громль, Костолом, Громобой, Защитник и Шепот Экзотической Смерти. Так, Барсик. И Стальной Капкан. Ничего себе, ребят, мы Стальной Капкан можем прокачать, кстати. До 13 разряда, я тебе скажу, что это очень хорошо. Вот у нас получается тройной удар, чемпион и стальной капкан имеет 13 уровень. Это именно из чемпионов. Но мне бы, конечно, желательно, чтобы ветрокрыл прокачался. Так было бы намного лучше. Так, ну что, здесь открывается. Потом активируем редкий пак. Заберем какую-то награду. Что нам тут выпадет? Прилив сил. Одна штука. Ну и вот теперь уже точно можно, в принципе, смело закругляться. Да, друзья мои, больше у нас ничего нету. Никого отправить никуда не можем. Ресурсов маловато. Ну что же. Тогда увидимся в следующей серии. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.